Дорогие наши друзья, товарищи, сегодня 26 сентября у Гульназ Фаритовны Симурзиной день рождения. Можно говорить или очень много про этого замечательного человека, или можно просто сказать слова благодарности, пожелать успеха. Поэтому Гульназ Фаритовна, долгих лет жизни, спокойствия в твоей душе, успехов, благополучия, долгие годы каждое утро желал тебе. И сегодня, в день твоего дня рождения, желаю это тоже. Чтобы здоровье, успех, благополучие, здоровье твоих детей тоже было всегда и в постоянстве. Чтобы ты просыпалась и ложилась со спокойной душой. Чтобы ваше семейное благополучие было долгим и прекрасным. Всех благ земных. Прекрасного настроения, прекрасных мыслей, чтобы то добро и успех, которые тебе будут сегодня люди давать, чтобы ты могла до следующего дня рождения донести и с легкостью встретить следующий день рождения и многие годы. Хорошего тебе дня 26 сентября.